30 октября по 1 ноября в городе Новосибирск проводились всероссийские соревнования по карате «Кубок маршала Александра Ивановича Покрышкина». В этих значимых соревнованиях принимала участие команда каратистов спортшколы «Горки-10», воспитанники Игоря Лизункова. Ребята отлично выступили, показав техничные и зрелищные поединки. Спортсменка школы Анна Бибикова стала бронзовым призером соревнований, а Сергей Титов завоевал золотую медаль турнира.